Команда «Единар Коин» приняла участие в двухдневной выставке конференции e-commerce show «Индонезия-2016», которая началась 16 ноября в Джакарте. Организатором мероприятия выступила сингапурская компания «Терапин», сообщает единаркоин.ком. Более 50 крупных компаний из таких отраслей, как платежные системы, электронные кошельки, консалтинговые агентства по электронной коммерции собрались в Джакарте, чтобы обсудить перспективы в данной сфере экономики, а также области электронных платежных систем Индонезии.